у нас БМП-3 и три корнета. Так. И как они не попадали? Просто на танк, просто на технике прилетали. А, блядь, тьфу ты нахуй, 6, что-то я проебался. То куда-то. Ах, блуда. Может, дай на поддержку, я не могу. Пиздуй. Я артую, вся. Пиздуй. Спасибо. Дим, ты тогда на центр, я справа и Кес слева. За топ-тур 72-ки сквозь дымы по шестому лёпику попал. Блядь, вот это меня вообще убило нахуй окончательно. Я слева, да? Да. Короче, ты на железке там будешь воевать. Держи, главное, железку держи и все. Мне еще доехать, и сделай второй эшелон обороны на всякий случай, если там начнут выбивать тебя, да, проезды, чтобы там... Гаубицу я поставлю центр лево. А, блядь, мы с США, ёп. Я понял. Сам выбросан. Забыл. Да, я вот не знаю, что взять теперь. Ты хотел НАТО, что ли? Что, подавился, Денис? Нет, не перелез. Я заболел что-то еще. Коронавирус? Не, просто насморк, еще даже бух сегодня приебал. Бля, что техника здесь встала и пиздец? Ну, Cold War. А у меня танчик решил жопой поехать. А чё такое, это, блядь, падение производительности? Тебя, ты понимаешь прошлый бой, бля? Да нет. А, то есть у меня всё нормально было. Не, просто прошлый бой... Мы сели все танки, потому что было всё нормально. Прошлый бой я лагал только Санчеса, у всех остальных заебись. Теперь, походу, блядь, я начинаю лагать, а у всех остальных заебись. Ну, я подойду. Пауза. Зачем? Санчес, зачем пауза? А, ну понятно. Санчес отошел. Посмотрите на центре, как я... Булда, посмотри на центре, как я 72-ка хорошо попал. Да я видел. Видишь лобаш, не видишь там дыру справа от пушки? Да я видел, куда ты попал, я видел, где огонек был. Это минус наводчик, минус пульт наведения и, возможно, минус привод пушки. Зато омптуром, блядь, по земле, сука, блядь, мру. Так омптуром по земле, потому что я, во-первых, видел, я находился в низине, и он попал в шагбаум, скорее всего, куда-нибудь. Нет, мне кажется, просто птур закружился, блядь, и в землю ёбнул. Потому что я был ниже уровня ЖДшки земли. Что у тебя с голосом, боже? Блин. У тебя сейчас голос такой, как будто тебе лет 40, блядь. Потому что это... Ну или в России живешь, сам понимаешь. Как там бабки говорят, ты безумишь, нахуй нам не нужен вам это ваш интернет, он, блядь, болезнь распространяет. Передаю, точнее. А, кстати, ваши ставки будет ли за КВ-5 гореть после игры про 72-ки и так далее? Мне кажется, да. Я, блядь, в прошлую игру за РФ играл, типа, блядь. Да, 72-ки даже стрельнуть нормально не смог спеть. О, а просто красиво смотрится, типа на бук пустой стоит. Эх, сейчас бы Су-25 с ударной, да? Причем этот Абрус не боится конкурса в борт. А, у него ДЗ это что ли? Так, у них арта будет, да? Скорее всего. ТАЗК 2, блядь, в смысле, нахуй. Это. Нихуя себе. Ну это он в плане танк против танка хуже, чем бэшный, потому что бэшный на НЛД крепче и СО вроде получше. Но самое важное, это НЛД крепче. Типа,
Ну, этот НЛД аж на Ауроса, даже с манка спокойно шьется. Да это я знаю, я его, блядь, самыми убогими турами пробивал. У кого там вертолет на заднем плане? Какой? У тебя вертолет там какой-то на заднем плане по звуку. Интересно, сейчас в магазин уехал или куда? Я помню ту игру, блядь. Когда он на поддержке. Пацаны, извините, я в магаз. Нету поддержки. Ставьте, убирайте пока паузу, пока не надо. Напиши им. А что, спят-то сидят ребята? Да, продолжаем. Танк на все применился. Тут Беттер еще с пехотой высадку делает. Перезаряжаюсь. Ко мне справа танк. Санчо, заходи ему в борт, если сможешь. А куда это? Гаубица поехала. Сейчас давай разводим его. БМП слева. А меня сломали. Блять. Ну хорошо. Лера, жопа, я гаубицу выйду. Попал по танку, жопу ролик. Жопу жопу. Нихуя стреляет. Дим, я не знаю, повреди, можешь повредить? Надо добить, наверное. Жоп. А, все, ему конец, ему конец. А, не, или налево, блядь. Надо справа, конец. Хуй с ним налево. Пехота нет. Димка, отправь его грудлю вперед, у меня диверсант за ней. Так я так и делаю. В тур. Он на перезарядке. Потомни. Пойду искать арту, хули. У меня, мне кажется, будет арту. Ебать, дельфин сгорит, нахуй. Почему? Да потому что его тоу шотнул в лоб. Я не понимаю, чего гричит, блин, если все пущенные птуры, они попали. Что? Что, блядь, у тебя невидимый каст на Брэдли или что? Что произошло? У меня сломали Брэдли. У тебя это выглядело так, как будто Брэдли казом сбило снаряд, блядь. Ах ты, сука. Денис, блядь, поставь на кнопку микрофон. Вертолет этот слушать не самое приятное будет. Блядь, как медленно голубится на улице. Денис, отправь одного бойца сюда, здесь пехотинец где-то был. Мне не очень хочу, чтобы он ко мне пришел гаубиться, блядь. Так, ну я, короче, гаубицы направо. Напрягаться или нету? Женьку весело здесь, что я могу сказать. О, в конце. Listen up, people. Order! Nice job!
sir. Пизда БМП второй. Блять, трак, серьезно. Ну сейчас точно пизда. Вот смотри, можете с танком помочь? С танком? Ну я могу его попугать этой гаубицей. А, он сам съебался. Ты ему сразу попугаешь постоянно. Блять, поедь вперед, ой, красава, сука. Блять, да дельфин заебал, я только выстреливаю, и он останавливается, нахуй, я ему повреждения кидаю. Пизда мне. Нет, не пизда, а косая хуйня, ха-ха-ха. Еще одна 72-ка на центр катит. Вот ты когда видел, что у тебя патруль не подали, ни по кому не поставил. По всем. По челленджерам, вариорам, лёпикам. А, нет, по лёпику я один раз пустил, он попал. По челленджеру не попадали, и по вариору. Все над ними пролетал. По 72-ке попал нормально. Все над ними пролетал. Тимош тоже говорил, что... А, нет, у него это, Миланы попадали. Типа такое ощущение, как будто это хуйня с российскими турами что-то. Вот и все. Ой, как справа много вкусняшек, на-на-на. Еще бы справа свет был, да, Санчес? Санчес, блин. Санчес подержит. Да нет, ну как, без микрофона точнее. Не, мне просто очень направо свет нужен, я так как готов по правому флангу работать. Ой, блядь, вражеская пехота бежит к диверсанту, сука, не спалите. Спалят. Кидай гранату. Вот, короче, я Тоу выпустил по убитому танку, а он вошел нормальный, целый танк. Вот смотрите, вот в этот целый танк вошел. Опускал по вот этому. Рядом, который. Охуел. Лох. Блядь, нет, не лох, сука. Короче, здесь есть... А у меня паладин. Долби пехоту. Разрешаю. А, еще я отдал. Так, это красота. Блять, гаубицу ебали. Короче, Санчес, если хочешь, гаубица, вот она, целая, рабочая, вся хуйня, только пехотой займи. Ну, если она выживет, конечно. На траке. Блять. Санчес слышал, гаубицы выжимай. Гаубицы, я. Нихуя себе она срать на гаубицу, блядь. Она может грязную вещь делать очень. Очень грязная вещь. Ладно, похуй. О! Джавелин промазал. Shit happens. Сейчас стовки его добью. А ну иди сюда, ты Т-72. Я его сейчас джавелином кухню. Похую.
Что сказал? Ну, первое попадание по хую. Ну, в лобаш, ничего не так. Теперь думаю, пизда оказывается или нет. Дерево. Сука! А так хорошо могло залететь, блядь. Кес, пофикси микрофон себе, пожалуйста. Да я уже говорил про это. А, он правее тут, блядь, стоит. Давай, я его въебу, блядь. Давай, высокоточка, прямое. Похуй. 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 Я на траке. О, блядь. Я на акацию охочусь. А акация, походу, съебала. Ну, съезжу налево тогда. Полети через слон дельфина, например. А, ну вот и лети там, говори. Акацию, она где-то там должна быть, поэтому... Флаг тебе в руки, как говорится. Выдел. А я кесу, может. Ну и молодец. Можешь летать, может он там еще что взял. Давай тут пацанов скинуть надо. Они попросили. Ты его давай на вертолет взял? Да. А, ты снаров ебал. Тупая. Стань, ты здесь. Принял. А сюда пуск где был? Да я уже съебался. Мне минус Абрамс. Не, по тебе. Это сорты, наверное, нет, все-таки. Да. Ну, башня снесло нахуй. Сорты. А, вот он, ебать, стоит. Ой, на меня диагностик нарывается. Есть вообще помочь? Продаться. Я только адрес. Блять, понимаю. А дельфин только там тебе. Блять, активная защита. Да нахуй. Это же флаг, я там к нему, сука, не попал. А вот сейчас попал. Блять, вот не попал маркером, попал маркером по земле, блять. Птур, нахуй, отлично попал садаться. Попал маркером по 90-ку, птур, блять. Вы знаете, куда полетел. Можешь его въебать, я тебя тогда в третью бэку убью? Не, арта пришла. Ты уверен, что это арта, не третья бэка? Да. Да блять, ну... Я наводчика не убью. Тебе это достаточно? Один хуй он дымы-то откинул. Может, что этих еще хуй есть? Ну, он по-прежнему живой, кстати. А чё у меня с фугас пытается с БМПшкой третьей? Я тебе пину танки просто шевелины кошмарят. Ой, Димка, блядь, давай, отвлекай этого гондона на себя, я выезжаю на позицию огневую. Тьфу, блядь, пошла ракета в дерево. Да. А чё Адац, блядь, типа, так плохо попадает по стоящей тех? А, ну сейчас в дым выпустил, да. Типа, блядь, ну прям. Или ему радар нужен, чтобы по земле стрелять. Не, радар ему не отдать на шаг. Так, ты понимаешь, ты видишь только край башенки и пытаешься по нему попасть. Ну... Не, почему я отсюда стреляю, я его весь корпус вижу, но все равно ракета куда-то над ним ходит. Ну, я пытался. Ну, я взял МЛРС. Кес, блядь. Да. О, они взяли крат. А, еще один
лишай этого 90-ка. Перенавелась, заебись, мне понравилось. Где что, перенавелась? Да уже все, ничего. Бля, как хорошо они тут светятся-то, бля. А, там диверсант. Давай, юзаем ЛРС. Блять, дай подъеду нахуй. Кес. А. Вертолет. Где? У тебя в комнате. А, я свечу тебя, слышишь? Да. Кстати, у меня дивер-то есть. Я и забыл. Уверен, что тебя дивер-стик не убьет ЛРС. Пацаны, я попробую. Я попробую этот светануть. Я, кстати, ЛРС почему-то пуски не хотел давать. Потому что надо свестись. Главное, чтобы дельфин меня не спалил. Типа новая механика? Типа нерф МЛРС. Блять, все, меня поход спалили. А, нужно, чтоб. А, нихуй, блядь, какая хуйня. А зачем? Он и так типа нормально. Нерф МЛРС. О, у меня что-то с этим миллиметровыми на приборе. О, блять, а у меня МЛРС в твоем плане. Сейчас сведусь. Всё, въебал. Блять, вот убегай. Этот хуйню выбей. Да пизда. Ты только экипаж выбил. Мне, кстати, нечем. Крат? Крат, на. Блять, ты. Давай, прямой на мотке, спалди на его. Сейчас охуел. Отведи ты там! Иди. Какого хуя, блядь? Да я только хотел по нему ебнуть, чтобы не попутно попадает. Вроде только один чувак выжил. Угу. О, град налево. Пизда, нахуй. Ну а чё ты целыми отрядами подводишь? Блин, смотри, пока в оборону ухожу, надо диагностиком добить всё-таки. И миномёт ещё тоже. А, миномёт, значит, еду к тебе помогать. Ну, миномет я должен был снести. Наверное. Я не понимаю, чего там про птуры говорить, если у меня сейчас, ну, все птуры, которые должны были попасть, там не попали. Я уже говорил, блядь, вон, спроси у Бизона, спроси у Санчеза, которые никогда не попадали в зэров. Блядь. Нюхай. Ушел. Нам нахуй приходится на лес. Красавчик. О, блядь, чё он? Блядь, так непривычно. Техника. Это похоже на трофейный 90. Ну. Это мой трофейный 90. А, миномет живой на центре ща. Вот гандон, он его в воронку занес. А я не попаду с МЛРС в воронку, наверное. Отъедь подальше просто. А что, типа, чем ближе, тем хуже точность? Ну, нет, баллистика просто другая. А, ты про это, да? Я не про это, баллистика-то нормальная, точность хуйня. В воронку я... Затекание мутатное было, здесь буста стоит. Да я знаю, я уж увидел, как она, помню, пустила. Ой, 90-ка башня работает. Выиграли. Ну типа я пустил, но мста съебалась, да.
Наверное, все-таки МЛРС не та вещь, на которой надо теперь гоняться за мстой. Как мне кажется. Сука. Что-то сломал вроде. А, нет, не сломал. Дельфин приехал, хапанул и все. И уехал, да? Так, какой а вот кассетный. Кассетный давай, не отошел. Куда пошел, мы? Стоять, блин. Стоять боятся, деньги не прятать. На, на. Мне кажется, или ты не попал. А еще у тебя тут танки сидят, если что. Не давайте им точку. О, Арман. О, хана мне. Ну, я типа пустился МЛРС, но походу не рассчитал. А,